Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Буква Г дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Носители этого имени отличают исключительные способности коммерческой деятельности. Люди с буквой М стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Люди с буквой С в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук Б в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква Б в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Эти люди – выдающиеся организаторы и обладают большим количеством внутренней энергии и жизненного оптимизма. Буква Б в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Считается, что если в имени присутствует буква С, то это признак властности и капризности. Люди, в чьих именах имеется буква Г, любят рисковать и искать нестандартные пути. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Они ценят материальное благополучие и придают большое значение деньгам, однако им не свойственна скупость или мелочность. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.